Добрый вечер, РФ ТОВ. Сегодня 11 апреля 2021 года. Вы послушаете экономическое обозрение на относительно легком иврите. Это будет иврит 5 уровня сложности по стандартам нашего канала. Пользуясь случаем, я хочу порекомендовать вам иврит русский автотранспортный словарь, иврит русский юридический словарь и другие книги по изучению иврита. Для заказа и дополнительной информации обращайтесь ко мне, адрес электронной почты видите на экране. Я сначала прочитаю текст обозрения, а потом его разберу. Шалом, атем шомим хадашот акалькала. Катавейну акалькали барха мосер, шеменайот ахивра тикун улам канабет, бемешах шалош шаним алу бе матаем шишим вешиша элеф ахуз. החברה עוסקת בגידול ושיווק קנאביס רפואי. באותו הזמן מיני עלתה במשקל רק ב-30%. מיני עוסקת בקרקס, אבל המחיר שלה בשוק נקבע לפי המשקל. ברכה מציין שלגדל קנאביס יותר משתלם מלגדל עיזים. И теперь переведем. Шалом, атем шумим, хадшота калькала. Здравствуйте, вы слушаете новости экономики. Калькала, экономика. Катавейну акалькали барха мусер, шеменайота хивра тикун улам канабет, бемешах шалош шаним алу бе матаем шишим вешиша элеф ахуз. Наш экономический корреспондент Барха передает, что акции компании Тикун Улам Канабет в течение 3 лет поднялись на 266%. Катавейно – это устойчивый оборот, который переводится как «наш корреспондент». В обычной речи бы мы сказали а катав шилану, катав это корреспондент, в языке высокого стиля и то, что на слуху в новостях, катавейну наш корреспондент. Меная на иврите это акция во множественном числе менают. Тот же корень, что в слове моне, моне это может быть считает, глагол, и моне это счетчик. То есть «менайот» связано с каким-то образом с подсчетом, однокоренное слово. Название компании «Тикун Олам Канабет». «Тикун Олам» – это «исправление мира», такое романтическое название. В течение 3 лет «бемешек» здесь использован оборот, в течение. Я вам покажу, информация взята из ресурса «Глобс», это экономический ресурс экономических обозрений. И здесь акции вот этой компании представлены в том числе. И обратите внимание, даже сразу трудно понять, какое количество процентов в течение 3 лет. Более 266 тысяч. При этом, для тех, кто разбирается, махпиль ревах, то есть показатель цены акции к изначальной цене еще со знаком минус, то есть она не достигла еще своего уровня после падения какого-то. Она продается относительно ниже себестоимости. На всякий случай я предупрежу вас, что нельзя в этой информации видеть ни в коем случае призыв к покупке этой акции, потому что точно так же, как она поднялась, она на каком-то этапе может и упасть. Будьте осторожны. Возвращаемся к тексту. Ахевра усекит бегидуль вышивук канабис рифуи. Эта компания занимается производством или выращиванием, мы можем перевести, гидуль, выращиванием и распространением, маркетингом, это шивук, тот же корень, что в слове шук, каннабис, это конопля или марихуана, рифуи, медицинская, то есть эта компания занимается выращиванием и распространением медицинской марихуаны, каннабиса медицинского. Баутоазман мини альтаба мешкаль ракбы шлушим ахус. В то же время мини выросла в весе только на 30
процентов. Минио секет бекиркас, а валямехиршила башук нигба лифия мешкаль. Мини занята цирком, но ее цена на рынке устанавливается согласно весу. Так как она коза, то ничего не поделаешь. Цена козы определяется весом на рынке. И я покажу, о ком идет речь. Вот это наш экономический корреспондент Барха. Он занят сейчас вечерним экономическим обозрением. А это Мини, директор цирка, и она выросла в цене на 30% за 3 года по весу. Барха мецеен, шелегадель каннабис йотер мишталем, милегадель изим. Барха отмечает, что выращивать коноплю выгодней, чем выращивать коз. Я очень надеюсь, что это было несложно, интересно и, может быть, даже познавательно. Спасибо за внимание. С вами были Марк и редактор Татьяна Лейтраут. До свидания.